Півбесіди буде проводити наш викладач Олександр Голубішко, який працює QA-лідом у компанії Ubisoft і працює у нас у школі з 2018 року. І скільки він провів співбесід і скільки він груп відвів, не знаю, але дуже багато. І наша випускниця Олександра Рудія, яка дуже-дуже симпатична манюечка, і зараз вона відповість на всі запитання. Так, не буде забирати ефір. Успіху, все буде класно. Так. Доброго вечора всім. Настя, тільки скажи, мене добре чутно? Добре. Ага. Так, я дуже радий всіх привітати сьогодні і що ви всі зібралися тут. Я вважаю, що це дуже позитивно, що ми всі зібралися, і це буде корисно дуже для тих, хто хоче пройти співбесіду на позицію QA-інженера. Тобто я дуже розраховую, що це дуже вам допоможе в майбутньому, і ви знайдете якісь відповіді на дуже цікаві питання. Я спробую задавати якісь цікаві питання, щоб ви почули від мене. Але почнемо з того, як ми будемо проводити нашу співбесіду. Анастасія в нас поки що не працює, і вона зараз в пошуку, і це інтерв'ю буде на позицію трейні або початковий такий джун QA-інженер. Тобто ми почнемо з того, що Настя розкаже про себе, і потім питання за питанням я її буду задавати, і після кожного питання я буду давати маленький фідбек, як Настя відповіла. Настя, пожалуйста. Так, привіт, Саша, мене добре чути, так? Да, дуже добре. Супер. Я закінчила курси QA Manual на початку літа. Далі почала придивлятися вакансії, зрозуміла, що мого рівня англійської мови, на жаль, недостатньо. Тому закінчила курси англійський для IT. Вони тривали 1.5 місяці. І зараз так, я дійсно в пошуку роботи, придивляюсь вакансії. Паралельно стараюсь дивитися різні заходи подібні, як у нас, читати різні статті, лекції для того, щоб, скажімо так, і не забувати, і вдосконалювати свої теоретичні знання. Паралельно також вчу англійську і зараз проходжу співбесіду на інтернатуру. Надіюсь, що все буде добре. Так, пройшла останній етап і чекаю фідбек. Ну, в цілому, якось так. Ми всі сподіваємося, що в тебе це вийде обов'язково. Так, давай почнемо. Наша співбесіда буде така, ми почнемо з якихось і технічних частей, і також будемо говорити про теорію тестування. І дуже важливим етапом, і коли ти приходиш на якийсь проект, це дуже важливо правильно писати та оформлювати якусь тестову документацію. Давай почнемо з того, яку тестову документацію, по-перше, ти знаєш. Ну, я вибачаюся, буду відповідати на російській мові, тому що теорію вивчала на російській, і зараз трохи складно буде швидко перекладати. Так, значить, тестова документація є внешня і внутрішня. Внешня документація – це баг-репорти і summary-репорти. Баг-репорти – це у нас отчет об ошибке. Тобто, коли ми знаходимо баг, заводимо на нього баг-репорт, и это как документ, который позволяет дальше ответственному за этот баг найти его, разобраться в нем и пофиксить его. Summary report – это уже большой документ, который как отчет о нашей всей проделанной работе, то есть мы там указываем, сколько мы там прошли кейсов, за какое время, сколько мы нашли багов, если это нужно, возможно, как это требует проект, мы добавляем разные диаграммы, схемы и так далее. По внутренней документации у нас есть чек-лист. Это такой более короткий документ, как список наших будущих проверок. Дальше у нас идет тест-кейс. Это более такой глубокий документ, который позволяет нам тестировать наше программное обеспечение. Это набор шагов, которые приводят нас к ожидаемому результату.
И дальше у нас есть еще тест-план. Тест-план – это большой подробный документ о тестировании, о том, что мы будем делать, как, за какое время нам нужно провести тестирование. То есть он на этапе проектирования готовится, то есть это полностью описание нашей будущей работы, скажем так, нашего тестирования. Хорошо, смотри, чаще всего, когда новый специалист приходит в какую-то компанию, он в первую очередь сталкивается именно с той документацией, это как чек-листы и тест-кейс. Это, наверное, одни из первых документов, которые QA-инженеры в позиции трейни и джуниор, они пишут на проектах. И вот мне очень интересно поинтересоваться у тебя, какую ты видишь вот для себя идеальную структуру тест-кейса. Для себя. Ну, во-первых, нужно сказать о том, что тест-кейсы должны быть независимыми, то есть каждый тест-кейс должен, во-первых, тестировать что-то одно, не зависит от другого, потому что если они будут зависимыми, например, предыдущий заблокировался или в него внесли изменения, мы не сможем тестировать дальше. Они должны быть короткими, так нам легче будет отслеживать ошибки и находить их. Значит, какая должна быть идеальная структура? Ну, самые такие базовые, скажем так, поля, какие есть, это ID, это уникальный номер кейса, summary, его название, которое должно отображать, что мы будем описывать в этом тест-кейсе. Дальше у нас идет precondition, то, как нам, ну, это может быть какая-то ссылка, как нам дойти до наших шагов. Дальше идут непосредственно шаги, то есть стопы, которые нас приводят к нашему expected result, который есть следующим полем. И последнее поле – это статус. То есть мы указываем, там, мы прошли его, не прошли, еще не начинали, там, может, он заблочился и так далее. Также могут быть еще дополнительные поля, это, например, estimate, время, за которое нужно пройти, референсы, это ссылки на требования, automation type, можем ли мы автоматизировать этот кейс, может быть, еще created, кто создал, и update, кто последний обновлял этот кейс. Ну, то есть это такое основное, что должно быть. Настя, скажи, пожалуйста, вот ты говорила про precondition, можешь ли ты какие-то примеры привести precondition'ов и что туда может входить? Ну, как я уже сказала, это, например, может быть ссылка, если наша функция, которую мы тестируем, шаги, которые мы будем описывать в дальнейшем, находятся там не сразу, нам нужно как-то к ней дойти, мы это не можем описывать в шагах, потому что их будет слишком много, и нам будет сложно потом выявить, скажем так, наши ошибки, и ну, это уже не будет соответствовать правилу, то, что кейс тестирует что-то одно. Поэтому мы можем, например, вставить ссылку, как нам прийти к определенному месту, которое мы будем, скажем так, тестировать. То есть правильно ли я тебя понял, что ты за счет еще прикондишенов будешь сокращать количество количество шагов? Да, конечно. Но чем меньше шагов, тем нам же потом легче определить, где именно есть ошибка, ну, если она есть. Легче определить, где у нас есть ошибка. Хорошо. Давай тогда еще такой вот момент, следующий документ, перейдем с тобой. Это баг-репорт. Mm-hmm. Вот часто очень задают вопрос, какая структура, атрибуты баг-репорта, там все вот это, summary и так далее. Я тебе задам немножко другой вопрос. Я тебе задам вот такой вот, а для чего заводят баг-репорт? И какая цель вообще заведения баг-репорта? Ну, баг-репорт – это, как я уже сказала, документ, как отчет об ошибке. Когда мы его заводим по количеству, например, баг-репортов, мы можем получить детальную информацию о нашей системе, которую мы тестируем. Мы можем понять, насколько она качественная. Если там дефектов и баг-репортов много, значит, она недостаточно качественная. Мы можем уже оценить, успеваем ли мы в сроки
сроки все это, скажем так, протестить. Если у нас много багов, мы можем уже понять, ну и баг-репорта, мы понимаем, что мы можем не вложиться, например, в сроки. И баг-репорт, он как помогает наладить процесс тестирования, то есть у нас есть документ, мы его завели, мы там переводим на ответственного, баг фиксят, потом мы его ретестим, то есть он помогает, скажем так, наладить процесс, который ускоряет в целом тестирование. Наладить процесс, который ускоряет тестирование. А у меня еще тогда параллельный вопрос по поводу баг-репорта. Вот ты говоришь, если у нас много багов, то, в принципе, мы понимаем, что мы не будем выпускать продукт или релиз. А всегда ли так? То есть наличие большого количества дефектов говорит нам о том, что нам нельзя выпускать продукт? Ну, смотря какой severity и priority будет. То есть если это какие-то мелкие дефекты, которые не влияют на функционал, скажем так, на основное приложение работает, мы можем их исправить в следующей версии. Если это какие-то прям блокеры, там критические ошибки, которые, ну, приложение без них не работает, не работает основной функционал, то, ну, да, мы не можем выпустить такой продукт в релиз. А ты еще вот такую вот интересную вещь сказала, если я не ошибаюсь, баг-репорты, ты, насколько я помню, сказал, помогает собирать какую-то информацию. Было ли такое? Да, да. Какую эту информацию? Вот здесь я не очень понял тебя пока. Ну, помогает нам собрать информацию о качестве нашего продукта. То есть, если у нас много баг-репортов, это значит, что у нас много багов. Мы можем посмотреть, опять-таки, по их приоритетности, какие они, и можем оценить состояние продукта, какое у него качество. То есть насколько качественный сейчас продукт, и мы там понимаем, что нужно его дорабатывать, или если багов и баг-репортов мало, мы понимаем, что продукт качественный и там готов к релизу. А, хорошо, теперь тогда вот такой вот интересный вопрос. Свяжем, ты говоришь, если багов мало, мы понимаем, что продукт качественный, но как мы можем быть уверены, что мы дали достаточного количества, мы предоставили достаточное количество тестирования и тестов для того, чтобы проверить все? Ну, мы должны полностью создать тестовое покрытие, покрыть все требования, которые, ну, нам предоставляли, скажем так, в начале нашего проекта. То есть, если все требования покрыты, мы прошли все кейсы, значит, наше тестирование, ну, скажем так, можно закончить, и продукт наш готов. Как ты представляешь себе, вот как ты этот процесс будешь делать? Вот пришли к тебе с требованиями какими-то, да? Пусть это будет какая-то юзер-стария или SRS, какой-то большой документ. Вот твои действия, вот пришли тебе с этим документом, и что ты делаешь? Ну, мне нужно изучить эти требования, выделить для себя основные. То есть это как статистическое тестирование, ну, это как requirement анализ. То есть мы изучаем все требования. Если у меня есть какие-то вопросы, я должна их выписать, задать. Это как бы самый основной этап, потому что на нем я должна, в принципе, понять свою работу, понять, что от меня требуют и как в дальнейшем строить, скажем так, все тестирование. Хорошо, провела ты статическое тестирование. Сказали, что требования, ну, все разобрались, девелоперы, QA разобрались в требованиях. Что ты дальше делаешь для того, чтобы построить вот полное покрытие? Дальше у нас идет этап проектирования, или его еще можно назвать дизайном. На этом этапе девелопер создает как проект, а мы создаем тест-план. Это документ, о котором я уже говорила ранее. Он полностью описывает наш весь процесс тестирования. То есть на этом этапе мы должны понять... Настя, смотри, ты немножко не в ту степь пошла. Я сейчас просто больше спрашиваю о том, как ты, с помощью чего ты добьешься понимания, что у тебя полное покрытие? Я сейчас не про тест-план говорю, в котором будет описываться все. Ну,
как я пойму, что полностью тестовое покрытие. Ну, я прошла все кейсы, багов нету. Я там, не знаю, перед выпуском провела какое-то acceptance-тестирование end-to-end, у меня все хорошо, и это значит, что продукт готов. Смотри, я тебя наталкиваю сейчас на мысль в то, что ты можешь сопоставлять требования с кейсами и строить traceability-матрицу разной глубины, да, которая будет описывать какие-то требования и соотношение тестов к этим требованиям. Потому что, в принципе, когда у тебя достаточно большой проект, даже пускай это будет одна скрам-команда, в которой, там, например, 4 девелопера, там, 4 QA, этот объем людей уже достаточно большой, много функционала может писать. И в итоге у тебя он будет разрастаться, и даже если вначале ты понимаешь, что этих тестов достаточно, то потом в дальнейшем ты будешь теряться. И когда у тебя будет эта матрица, и она будет поддерживаться постоянно, это будет намного лучше, и ты будешь всегда уверенно в покрытии тестами по отношению к своему функционалу. Хорошо, тогда другой момент. Так, тестовая документация, баги, отлично. А теперь следующее. Во-первых, нужно еще адаптироваться достаточно быстро в команде, в новую, в которую ты приходишь. И очень часто это методология Scrum. А что ты можешь сказать, вот как происходит процесс работы в Scrum-команде? Ну, вообще Scrum – это гибкий фреймворк, это одна из методологий Agile. Значит, как происходит процесс? Есть Product Owner, он нам, ну, вообще, что изначально отличает Scrum от других методологий, это то, что есть спринт, временная итерация. Она длится от 1 до 4 недель, это в зависимости там, от проекта, от продукта. Значит, Product Owner предоставляет нам бэклог продукта. Мы из этого бэклога продукта должны выделить себе бэклог спринта, то есть набор требований, которые и задач, которые мы должны выполнить за наш спринт. У нас есть Scrum Master. Это, скажем так, человек, специалист, который руководит процессами в команде. Есть сама команда, ну, как правило, она до 9 человек. Это сделано для того, чтобы была лучшая коммуникация. Ну, чем меньше людей, тем легче как-то поддерживать между собой коммуникацию. Есть планирование спринта, на котором мы распределяем задачи, раскидываем сторипоинты на эти задачи, то есть сложность, скажем так, их, и как мы их будем выполнять. У нас есть обзор спринта, это когда мы в конце оцениваем наш спринт, и ну, там, если есть какие-то проблемы, мы их обсуждаем, и ну, обсуждаем, вкладываемся ли мы в сроки, и есть еще груминг, это когда мы планируем уже следующий спринт в конце предыдущего. Смотри, я сразу задам несколько вопросов. Первое. Ты говоришь, итерации длятся 1-4 недели. Угу. Почему не 5? Почему не 6? Почему такая цифра? Ну, есть такой временной промежуток, так принято, и ну, это же в этом и заключается, скажем так, ну, это технология, что за короткие промежутки мы должны выполнить определенное количество задач. Короткие промежутки должны быть. Ну, а смысл? Почему все-таки 4? Ну, вот максимум так. Ну, наверное, чтобы быстрее выходил продукт, выпускались какие-то обновления, чтобы мы как-то ну, быстрее получали, скажем так, готовые приложения там, или что мы создаем. Да, вот это вот сейчас хорошо, правильно ты сказала, потому что Scrum, он же является частью Agile, а Agile вообще говорит о том, что конкурентоспособность должна быстрой поставки работающего продукта и так далее, поэтому выбрали вот такие вот временные рамки, чтобы они не были очень долгие и всякие разные фиксы попадали как можно быстрее к конечному пользователю. Хорошо, здесь выяснили. Второе. Ты говорила о том, что Product Owner предоставляет бэклог продукта, а команда из бэклога продукта выбирает задачи на спринт. Все ли тебе здесь устраивает в моем предложении, в твоем ответе? Или ты бы что-то поправила?
Ну, меня вроде бы все устраивает. А что? Еще раз смотри. Product Owner приносит бэклог продукта, из которого команда выбирает задачи в спринт. Ну, мы должны это согласовать, ну, наши задачи для спринта с Product Owner тоже. За что отвечает Product Owner, Настя? За продукт. За продукт. Какие его обязанности? Ну, он ведет вообще продукт в целом. То есть он предоставляет требования, он говорит, ну, не говорит, а как бы дает нам документацию о том, какой мы должны создать продукт. А приоритеты по выполнению тех или иных задач, которые он предоставляет, кто выставляет? Ну, он выставляет, что мы должны сделать первым делом, что как бы можно потом. То есть это тоже Product Owner. То есть получается, бэклог продукта, он идет приоритизированный, и в принципе он нам диктует все равно Product Owner, ну, какие да. задачи будут взяты в спринт. Да. Хорошо, еще последний момент по скраму. Ты говорила, есть планирование спринта. Угу. Вот такой вот процесс. Скажи, пожалуйста, как команда поймет, что вот этих вот задач достаточно на спринт? Как команда поймет? Ну, мы же выделили задачи, ну, вернее, нам принесли задачи, которые, ну, успеваем ли мы в спринт или нет. Хорошо, то есть мы оцениваем задачи в сторипоинтах, и последнее, сторипоинт это, вот как ты объяснишь, что такое сторипоинт? Ну, это оценка задачи. Мы выбираем там самую легкую, ставим ей там, например, один, и дальше команда уже все вместе решают, какую оценку ставить какой задаче. То есть в зависимости от того, насколько она сложная. Насколько она сложная. То есть сторипоинт – это сложные задачи. Больше, ну, правильно я понял? Да, тебя? Можно так сказать. Хорошо. Давай такой вот вопрос тебе задам. Смотри. Тебя будешь ориентироваться, и чем ты будешь руководствоваться, чтобы выполнить эти условия? Ну, то, что когда мое тестирование должно быть закончено, это я должна создать максимальное покрытие, то, о чем мы говорили ранее, и пройти все кейсы. Тогда я понимаю, что мой продукт готов, и он протестирован, скажем так, полностью. То есть достаточно, чтобы я прошел все тесты, и эти тесты хорошее покрытие делали? Ну да, они должны покрыть требования. То есть и после этого я могу давать апрув на какую-то версию, которая пойдет в продакшн? Ну, если все пройдено, все работает и создано... Пройдено как? Вопрос. Ну, мы должны провести регрессию, если вносились какие-то изменения в систему. Давай тогда немножко более блок вопрос задам. Что ты можешь сказать по поводу exit-критерий? Что это такое и какие они могут быть? По поводу exit-критерий, если честно, я не помню. Ну, смотри, давай будем просто исходить из того, что ты сказал. Скорее всего, какие-то баг-репорты, да, заведенные баг-репорты, дефекты. Эти дефекты, как мы сегодня говорили, они могут быть разного приоритета. Соответственно, нам нужно очень хорошо понимать количество дефектов и какого они приоритета. И от этого мы будем уже исходить. И как показывает практика, что когда у нас есть какие-то критические блокирующие дефекты, никакого релиза не может быть. Соответственно, еще один пункт. Это помимо того, что все тесты пройдены, да, и не должно быть критических и блокирующих дефектов. Также можно определить какой-то процент медиум дефектов. Например, там 30% от всех багов, которые у нас есть, 30% дефектов, которые у нас остались, это медиум, лоу и так далее, и они могут быть открыты. Все остальные должны быть закрыты, например, дефект. То есть эти моменты, они... Каждая компания могут регулироваться в соотношении от того, где в его коммитах, какие изменения он вносил в систему, или же он еще может в Jira прописывать комментарии. Но это опять-таки зависит, как в какой компании заведено. Если я буду работать, я уже буду понимать, где мне смотреть изменения, которые вносились в систему. Что они тебе дадут, эти изменения?
Ну, я пойму, скажем так, какое влияние они имеют на систему, какие, скажем так, риски, и от этого зависит мое тестирование. То есть я также должна посмотреть, сколько багов, сколько там мы делали ретестов, сколько исправляли, и вот этого, от этого всего зависит, ну, как будет проходить регрессионное тестирование, какой будет скоуп. Хорошо, самый ужасный сценарий для регрессионного тестирования – это что? Ну, наверное, когда все завалилось. Когда все завалилось. Я имею в виду объем. А, объем? Не знаю, какой-то, наверное, большой, огромный. Когда большой, огромный что? Объем тестов. Да, здесь правильно ты говоришь, в том плане, что всегда вообще на самом деле любое тестирование, оно будет отталкиваться очень часто от тех изменений, которые сделал действительно девелопер. И вообще от архитектуры приложения, потому что архитектура приложения может быть совершенно разной. Может быть монолитное приложение, где поменяют одну строчку кода, тебе придется из-за этой одной строчки кода чуть ли не все тесты прогонять. Может быть какая-то микросервисная архитектура или правильно скомпонованные компоненты, и тебе твоя регрессия будет ограничиваться, по сути, мы ее будем уже называть не регрессией, а санити, локальными какими-то тестами, и все. Поэтому это очень важно, действительно, это наличие дефектов, которые были, изменения, которые внес девелопер, и количеством зафейленных тестов, которые были в предыдущем регрессионном цикле. Это важные такие вещи. Так, еще у меня такой вот один вопрос. Бывает такая штука на практике, это когда ты заводишь баг-репорт, а к тебе приходит девелопер или возвращает на тебя девелопер какой-то баг и говорит, ну, это я его не могу воспроизвести, это не баг вообще. Вот что ты в этой ситуации сделаешь? Во-первых, я должна перепроверить, воспроизвести его много раз, если он действительно воспроизводится, прикрепить фото или видео, чтобы, ну, это было, скажем так, зафиксировано. Возможно, можно еще посмотреть в требованиях. Ну, если он говорит там, что это не баг, так должно работать приложение, я, может быть, есть в требованиях ответ на этот вопрос, скажем так, и я пойму, это баг или нет. То есть ты обратишься к требованиям, да? Ну да, если там будет ответ. Если дефект действительно воспроизводится, добавлю фото, видео, чтобы девелопер мог как бы понять, в чем состоит дефект. Хорошо, давай тогда вот эту же ситуацию сейчас чуть по-другому рассмотрим. Опять же, ты завела дефект. Ты проходишь тест-кейсы. Вот у вас команда. Скрам-команда какая-то. И опять же, все в отпуске. Ты самая ответственная осталась. И ты проходишь тест-кейс, который был написан другим человеком. Но он сейчас в отпуске. В тест-кейсе такой-то expected result. И по хорошим нормам в тест-кейсе должна быть какая-то ссылочка на требование. Да? Ты вернул этот баг-репорт, вернули обратно. Ты идешь в этот же тест-кейс, начинаешь смотреть, что в тест-кейсе вроде бы так написано. Идешь в требования, а в требованиях немножко неоднозначно написано. Что ты в этой ситуации будешь делать? А что значит в требованиях немножко неоднозначно? Ну, бывает такое, когда неоднозначность. Ты читаешь требования, а они такие двухсмысленные получаются. И вроде бы и девелопер правильно интерпретирует свою точку зрения, и ты вроде бы правильно ее интерпретируешь. И все в отпуске. Ну, я имею в виду тот, кто написал тест-кейс. Тест-кейс писал какой-то QA по каким-то требованиям, но он в отпуске. Ну, не знаю, я думаю, что нужно исправлять кейс, если он как-то не соответствует требованиям, мы должны его исправить. Но это как поддержка кейса. Когда требования меняются, например, мы же тоже меняем что-то в кейсах. Ну, так и здесь, наверное, нужно поменять, значит, кейс, если он как-то не совсем, скажем так, правильно подходит нам для тестирования. У меня кейс подходит. Но ты же не определила еще до конца, кто прав, ты или девелопер? Как определить вот эту дилемму? Решить ее, вернее. Не знаю. Значит, нужно уточнить по поводу требований. У кого?
Ну, изначально, наверное, нужно обратиться к нашему скрам-мастеру. Если он не знает, ну, тогда к оунеру, он же предоставляет требования, и методология Agile говорит, что мы как бы можем общаться, мы команда, поэтому нужно уточнить, чтобы, ну, понять, ну, это же влияет на дальнейшую, скажем так, работу, и если это так оставить, то в конце может оказаться, что это, да, баг и ошибка, и тогда нужно все переделывать, поэтому, значит, нужно уточнить, все-таки какие требования? А, хорошо, да, вот этот момент, который сейчас вот мы с тобой проговорили, он очень важный, потому что, во-первых, нужно всегда понимать, что даже лучше к продакт-оунеру пойти, потому что он ответственный и знает все требования. Скрам-мастер немножко за другое отвечает. Но суть в том, что если говорим особенно о скраме, как мы вначале говорили сейчас, что продакт-оунер, он является частью скрам-команды, он присутствует на всех стендапах, на всех обсуждениях и так далее. И не должно быть какой-то преграды задать вопроса продакт-оунеру о том, что он же написал, потому что требования приносит продакт-оунер. Поэтому ты можешь смело не бояться в такой ситуации, просто постучаться к продакт-оунеру и сказать: слушай, вот тут такая ситуация, и я еще и дефект как бы завела, и нужно понять, какой все-таки expected result. Хорошо. У меня еще такой вопрос. Мы немножко задержались на теоретической части. Хотел бы еще задать вопросы чуть-чуть по техническим вещам. Давай такой момент. Про Git поговорим немного. Да? Давай. Вот. Меня очень интересует, как ты понимаешь вообще, что такое системы контроля версий, для чего они нужны? Система контроля версий, ну, это система, которая позволяет нескольким людям, команде, которые находятся в разных локациях, работать над одним проектом, продуктом, вносить в него изменения и, скажем так, чтобы появлялась версионность, то есть создавать новые версии продукта, когда команда находится не рядом, скажем так. Команда находится не рядом. А скажи, пожалуйста, есть вот такое вот понятие, говорят, я закоммитил. Что это значит? Ну, закоммитил, это значит, добавил файлы в репозиторий. В какой репозиторий? В удаленный. В удаленный. А запушил тогда это что? Запушил? Ну, коммит нет. Коммит, он как бы создает файл с изменениями, но не удаляет, скажем так, старый файл, то есть сохраняет его. А пуш — это когда ты уже вливаешь, скажем так, изменения в ветку, в основную. Пуш — это когда ты заливаешь в основную ветку что-то? Ну, когда ты, да, когда ты выгружаешь свои файлы, которые ты изменил, когда ты их добавляешь в Git. Когда это ты так... их добавляешь в Git. А тогда мердж что такое? Ну, давай, например, говорит, я сделал мердж. Вот мердж – это уже слияние с веткой. Ну, если, например, мердж dev, то это слияние с веткой, которую делал девелопер. Хорошо, тогда вот у меня нельзя демонстрировать экран. Настя, ты здесь можешь дать возможность шарить экран? Вернее, рисовать. Так, зараз роблю, почекай, будь ласка. Все, є. Так. Настя, видно, да? Да, видно. Вот, меня... смотри, я тебе сейчас нарисую вот обычная вот какая-то веточка у меня. Назовем ее main, да? Назовем эту веточку main. И здесь вот разработчики делали свои отдельные веточки какие-то, и они потом их смерджили вот сюда. Одну ветку смерджили, вторую, третью. Какая цель QA после мерджов? Что они должны делать? И должны ли они вообще что-то делать? Ну, вливаем мы ветку в основную, когда уже все протестировано. Что ты имеешь в виду «все протестировано»? Ну, я имею в виду то, что, ну, все тесты пройдены, и вот эта часть, которую вливают, она работает, скажем так, правильно. Все тесты пройдены где? Вот здесь, вот здесь, вот здесь или вот здесь?
Ну, все, если мы вливаем все ветки, по всем веткам у нас должны быть пройдены тесты. То есть, ну, без этого мы не можем добавлять файлы в основную ветку. А, то есть ты имеешь в виду, должна быть протестирована эта ветка и эта ветка? Да, да, все, что вливается в основную, все должно быть протестировано. А, хорошо, после того, как я залил что-то в основную, ты будешь еще что-то делать или нет? Ну, можно прогнать смоук и посмотреть, как работает система в целом. Все ли работает после того, как мы залили, ну, скажем так, новые изменения в основную ветку. Хорошо, смоук отлично. Помимо смоука что-то будет проводиться или не будет еще проводиться? Наверное, в зависимости от результатов смоука. Если все работает, все проверено, то нет. Ну, можно, наверное, еще и регрессию делать. Можно еще, наверное, и регрессию делать. Хорошо. Тогда такой вот вопрос. А что такое конфликты в Гите? Конфликты, ну, это, например, когда два девелопера стягивают одинаковые файлы, вносят в них изменения и выгружают их в Git, и Git не понимает, какой файл ему нужно, ну, скажем так, принять. И создается конфликт. Этот конфликт решают девелоперы, ну, то есть они решают, что нужно туда добавить. Очень хорошо. И то есть ты понимаешь, от чего теперь может возникнуть регрессия? Когда эти все веточки начнут мерджиться в основную, таких конфликтов может быть очень-очень много, и все начнет опять меняться в основной ветке. И много кода может опять перелопатиться. Соответственно, нашей задачей стабилизировать опять вот эту вот main-ветку, да, и так далее. Хорошо. Саша, залишилось 5 колен. Ай, очень жаль, еще хотел по HTTP протоколу поговорить, но хорошо, давайте, наверное, тогда подведем итоги. Так, первое, что мы говорили, это мы говорили по тестовой документации. Все достаточно было хорошо, мне каких-то особых замечаний я не могу сказать, Настя, все было четенько. По поводу тест-кейсов, все очень правильно ты говоришь, они, правда, не должны быть большими и огромными, в них не должно быть огромного количества шагов, они не должны быть, они не должны зависеть от других тестов, потому что эта практика очень плохая. Часто бывает, что другой тест меняется, ты ничего не знаешь, что произошло в этом тесте, потом, например, в прикондишене у тебя говорится, пройди этот тест, чтобы потом пройти к этому тесту. И из-за этого это вот очень, правда, плохая практика. И то, что они должны быть атомарными, направлены на какой-то определенный компонент, это достаточно логично, потому что очень неприкольно, когда у тебя тест проверяет вначале регистрацию, потом он идет какую-то оплату еще, проверяет и так далее. Потому что все должно разбиваться по правильным сьютам и не путать QA, и все должно быть разложено по полочкам. Это очень важно. Дальше. Что касается баг-репорта. Да, ты правильно говорила, что баг-репорты, они дают нам информацию о тестировании, но очень еще важно понимать, что баг-репорты, они помимо того, что показывают нам, какое количество багов было найдено, какого они приоритета, на основании баг-репортов можно очень хорошо делать всякую статистику и собирать всякую информацию по проделанной работе. Потому что хорошая достаточно практика является, когда ты в баг-репорте отмечаешь, например, как он был найден. С помощью тест-кейса или во время какого-то, к примеру, exploratory тестирования. Соответственно, ты берешь за период там 3-5 месяцев информацию по всем багам и смотришь, баги были найдены с помощью тест-кейсов или они были найдены с помощью exploratory тестирования. Соответственно, если очень много багов было найдено вот каким-то хорошим вниманием просто QA, и у тебя нет на это тестов, значит, твое тестовое покрытие хромает. Через баг-репорты можно очень хорошо находить такую штуку, как причину возникновения дефекта. Изучая высокоприоритетные дефекты, можно понимать, почему возникла эта причина, и в дальнейшем тоже избавиться от этой причины. Поэтому дефекты, они очень полезны в плане информации вообще в целом для улучшения процесса. Ну и понятно, как ты сказала, это информация для вышестоящего менеджмента, какого качества у нас сейчас, на каком уровне у нас сейчас наш релиз-кандидат там, или наша версия для того, чтобы выпускать ее в продакшн. А дальше. Так, по скраму в целом все ладненько. Единственное, по-моему, про 4 недели мы разобрались, этот момент обсудили. По поводу гита. Тоже очень хорошо.
ты понимаешь, что происходит, как происходят эти ветвления и так далее. На первых этапах и в целом, когда ты не Automation QA инженер, там полноценно хорошо знать все эти команды гитовые, как там пушить, коммитить и там смотреть всякие коммиты, оно супер не нужно, особенно когда ты на позиции трени QA инженер. Вот. Но процесс систем контроль версий, что есть ветки, что они могут мерзнуть, что такое коммиты и так далее, это нужно очень хорошо понимать, потому что в терминологии девелоперов это очень часто будет звучать. Он такой будет тебе говорить: так, я замерзжил, я там запушил эти изменения. И ты такая: ну, а что значит запушил? Что мне нужно делать? Ну, молодец, что ты запушил. Поэтому вот это все нужно очень хорошо понимать, как оно действует. И единственный момент, еще не успели с тобой пообщаться, я очень хотел поспрашивать, это по поводу клиент-серверной архитектуры. Это и сети, на самом деле, и SQL тоже важная тема, просто у нас не хватило времени. Но клиент-серверная архитектура, так как веб, он очень-очень распространен, большое количество проектов именно клиент-серверные, здесь очень хорошо нужно понимать HTTP-протокол, как он работает, какие виды API есть, что там есть REST, что есть SOAP, что есть GraphQL, что там есть JSON RPC, очень большое количество семейств этого всего, но принцип, как это работает, из чего состоит HTTP-протокол, статус-коды, методы, форматы данных, которые передаются, как JSON формировать, что такое XML, чем он отличается там от JSON, что может быть в general хедерах, request хедерах. Это тоже очень важный момент. Поэтому вот эти моменты вам, правда, всем, кто слушает меня, они вам помогут при прохождении собеседования. Это важно, понимать, как работает клиент-серверная архитектура. И в заключение я хочу тебе сказать, что те, кто тебя пропустил по последнему этому собеседованию, тому, да, ты там проходила несколько собеседований, да. Несколько этапов, я могу сказать, что они не зря это сделали, и правда, результат достаточно хороший и высокий, особенно если судить по позиции тренинга инженера, если это позиция, то ожидания, они очень-очень хорошие, мне очень понравилось в целом. Да, спасибо большое за фидбэк, за такой опыт, Саш, и за какие-то там слова, что еще нужно подучить, что почитать. Спасибо большое. Не за что. Так, дякую, дуже дякую. Настя, ти дуже крута, молодець, було супер. І тут друзі в чаті пишуть, що дуже швидко пройшло все. Тому що ви довго чекали, і Настя гарно відповідає, тому так все швиденько пройшло. Саш, дякую тобі, що ти про бігські бесіду. Гарного вам вечора, ви круті. Всім дуже дякую, до побачення. Дякую, до побачення.